Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика, и мы ему забрали очень интересную плюшку недостающего героя, топовый талантик и топовый сетрун. Кто знает уже, кто не знает, вот такая у нас акция, юбилейный набор 3, где вы за один пак можете получить вольта, получить исцеление, получить пятый сет ремки и еще два топовых сундука замка, с которых вы тоже можете достать топовые плюшки. Все это мы забрали, плюс там еще у нас есть пару акций, из которых можно еще дополнительные плюшки, как видите, получить. Ну что, поехали. Будем сейчас все открывать. Давайте только зайдем в акции еще. Так, фейерверки есть. Может, тут что-то упадет еще. Так, ну тут все расходники будут в основном падать. Нормально так попыток, уже по 21 попытке дает. Самое-самое. Так, окей. Есть. Забрали все. Получили кучу расходников. 35к самое у нас есть. Так, большая выгода, зайдем сюда, заберем значки почета, которые тоже нам дают. Так, есть, забрать. Ну, я считаю, халявный вольт за один пак всего, это вообще ни о чем. Как видите, герои у нас со временем полностью обесцениваются. Так, что у него тут есть, открываем вольта. Чик, есть. Вольт у нас готов. Пятый сет ремочки. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Ну, поехали. Сундучки. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, грубую силу дай. Ну, камни агментации тоже хорошо. И 20 синих камней. Отлично. Так. Окей. Так. Исцеление пока мы трогать не будем. Еще одного минотавра даже забрали. Вообще супер. И минотавра забрали. И вольтора. Так, смотрим, что там у нас у вольта. Так. Огненная защита. Ну давайте. Смены есть, давайте немножко потрешуем. Воодушевление. Каменная кожа, офигеть. Вот это так упало нам сразу. Так, смотрим, что по талантикам. Херня. Не то. Бог войны на подземке. Так, хранитель стойкости. Анубис, ворожей, воодушевление. Отлично. Рея. Уп, тыковка. Так, а каменку сейчас присунем. Так, стрелок, Рину с каменкой. Этот качается. Так, тут ожог. Так. Черепу не надо. Ну, вольту, блин, ставить ее не хочется. Поставим на Фрэнке. Все равно он у него 200, он его апнет. С каменкой он будет хорош. Поехали дальше. Коробочек у нас, к сожалению, нет. Ожива. Что там у него, дерево? Ожива стоит уже. Валька. Стойкость. Ну, давайте тыкнем пока сюда. Так, просвет первый. Блин, грубая. Бог войны, ребята. Смотрите, сколько мы талантов пятых вырыли. Так, стоит. Так. Бог войны. Так, малышник. Так, кто у нас еще? Фрея. Ну, Фрея, бог войны, смысла нету ставить. Так, шапка. Mm-hmm.
Ну все, тут уже пошел разброс. Но Вольта с Богом войны однозначно смысла... Вообще смысла делать с Богом войны нет. Я думаю, поставим Малышонику на битву гильдии. Ему самое то будет, если он бегает Минотавром. Я думаю, он бегает Минотавром. Так, окей. Ну давайте еще пару раз ударим. Сразу же приговор 5-5. Ладно, на этом и оставим. Так, хорошо. Хорошо, ну я думаю, это, ребята, это однозначно лайк. Мы уже сделали кучу офигенных вещей. Так, окей, перейти. Перейти, где там он? Не хватает. Ладно, не будем, он сам себе определит по талантику потом. Не по талантику, а по прокачке, точнее. Так, что по ресурсам у него? На прокачку не хватает. Хорошо. Ну что, побежали ролить недостающих героев. Чего у нас тут не хватает? Не хватает у нас Бигфута, насколько я вижу. Стрелок есть, Анубис. Так, а стрелок? Да, стрелок там есть. Шапка. Бигфут, повелитель бури. Жаба. Ну а там уже определимся, кого еще. Ну что, поехали. Так, склад у нас забитый. Сейчас мы быстренько руны распихаем. Так, хранитель. Так. Вот тут еще у нас есть. Так, шапка. Я так в разброс ставлю, потому что нет времени этим всем заниматься. Ну, тыковку, я думаю, будет смысл менять, когда будет скин. Хотя можно и так менять, кулаки накопит, чтобы сразу замену сделать. Однозначно круче будет, чем берсовая. Так, есть. Какого уровня у него там тыковка, прокачка? Девяточка. Ну, можно и тыковки будет запилить десятку. Хорошо. Ну что, поехали. Поехали к самому основному. Ролить недостающих героев. Ворожей. Отлично. Купидон. Нахрен не нужен. Так. Бульдозер. Седна. Отлично. Просто огонь. Седна. У тебя ее не было, не было, не было, не было, я не видел. Отлично. Первый недостающий герой. Вообще супер. Использовать, окей. Есть. Каким-то интересным талантиком нам упало. Если бы было ремка 5-5, это, конечно, было бы жесть. Хорошо, поехали дальше. Так, Химера не то. Одержимый, хорошо. У него, по-моему, там вторая эволюция уже. Так, ну давай. Блять, это просто жесть. Вот это просто везение, ребята. Вот это топ-роллинг. Сколько мы всего офигенного уже выбили. Вот это да. Это вам Китака. Повелитель бури. Распечатываем сразу же. Это просто огонь. Вот это я подгончик сделал. Отлично просто. Так, поехали дальше. Блин, жалко, что мы каменку использовали. Блин. Чего тут нету? Афины, по-моему, я не видел. Еще бы Афину сюда выбить, да? Афины нет. Да, Афины нет.
Давай рендом. Варлок. Давай, 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 сука. Заклинательница, ну-ка. Это, походу, тоже недостающий герой. И... Так, у него две тыквы даже есть. Охренеть. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да, ребята, это четвертый герой недостающий. Отлично, просто. Забираем. Так, вот он какой роллинг должен быть. 450, 450, Рино. Рино у него, по-моему, есть. Да, есть там у него с каменкой Рино. Отлично. Но опять, смотрите, сколько у нас охрененных героев просто. Леди Лео. Еще один Рино. Да ну нахрен, фараон. Дай, блядь, сука, еще Афину. Хранитель. Сердцеедка. Ну, рандомчик, рыцарь. Студеный рыцарь. Так, ну все, сейчас будет имба. Раз, два, три. Нихуя. Одержимый. Два, три. 150, наемный убийца. Фух, ну что я вам могу сказать, ребят? Не знаю. Обязательно влепите Лойс за... За такую вот, не знаю, дичь, что ли. Я просто в шоке. Купили пак, получили недостающего, получили топовые талантики, получили три охрененных героя. Ну как, заклинательницу не в счет, но вот Седна и Повелитель Бури, я думаю, тут вообще просто, бля. Еще бы, конечно, Афину вытащить, но это пока... процессе, но блин, реально круто. Так, он, я так понял, качает что-то. Да, ребят, вот так вот, вот такой у нас был мини-роллинг неожиданный. Ну что, я поздравляю тебя, ты этого очень хотел. Задрачивал меня в телеге, ну наконец-то получил. Все, ребят, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в акциях. Акций сейчас у меня много будет на канале. Ставьте лайки, репостики, пишите комменты. Все читаю, стараюсь читать, по крайней мере. Все, всем по недостающему Вольту и Некросу за донат. Опять же, все, всем пока.